Макс. Неужели ты опять рядом? Конечно. Я всегда буду рядом. Теперь ты всегда будешь рядом. Господи, как же я устала. Девушка, можно к вам прилечь? Ты как всегда. Макс, скажи, что с Ваней все будет в порядке. Конечно. Обязательно все будет в порядке. Свет мешает. Макс, что-то не так? Я не знаю. Нам, наверное, просто не надо было спешить. Наверное. Мы просто устали. Нам надо выспаться. Доброе утро. Доброе. Приятного аппетита. Макс. Что? Давай поговорим. О чем? О том, что случилось сегодня ночью. А что случилось? Ну ты… Мы не смогли. Макс, не молчи, ну пожалуйста, давай поговорим. Хорошо, об этом. Хорошо, давай поговорим. Как продвигаются поиски донора для Вани? Зря ты не хочешь говорить о том, что… Я задал вопрос. Самый важный сейчас. Как продвигаются поиски донора для нашего сына? Хорошо, пусть будет так. На сегодняшний день у меня есть несколько вариантов. Точнее, два. Мы со Светой ищем. Я могу этим заняться? Нет. Почему? Ты его убьешь. И от этого легче никому не станет. Допустим. Что ты предлагаешь делать мне, пока вы заняты со Светой поисками донора? Я думаю, что тебе лучше сейчас как можно больше проводить времени с сыном. Ему очень нужна наша поддержка и любовь. Он должен чувствовать себя защищенным, понимаешь? Согласен. Спасибо за завтрак. Я жду тебя в машине. Мамочка! Здравствуй, милый. Привет, боец. Как хорошо, что вы помирились. Теперь будет все как прежде. Конечно, как же иначе.
Вот поправишься, и все будет как раньше. Я стараюсь. Я уже почти поправился. Я так хочу выздороветь. Мне надоело здесь лежать. Ну, потерпи еще чуть-чуть. Ты очень скоро поправишься. М? Ты сейчас куда? Я могу подвезти, только быстро, а то я на тренировку опаздываю. Я хотела еще к Матвею зайти. Ладно, тогда я поехал. До вечера. Извини. Ничего, я все понимаю. Иди, ты же опаздываешь. Иди, иди. Да я понимаю, что Владимир Иванович занят. Понимаю, что конференция. Девушка, да поймите вы уже. Мне нужна консультация именно профессора Ларина. Передайте, что ему звонил с просьбой о консультации его ученик. Краснов Матвей. Да, вот так и запишите. Краснов Матвей. Привет. Привет. Я хотела узнать, как Ваня. Пока стабилен. Ты была у него? Да. Мы с Максом были. А я смотрю, его машина у больницы стоит. Чего он не зашел? Ну, он на работу опаздывает. Угу. Понятно. Так вы помирились или нет? Угу. Помирились. Ну, молодцы. Ты не торопись, Катя. Ну, дай ему привыкнуть. Мужчина бывает порой сложнее, чем женщина. Что-то принять и простить. Да я не тороплюсь. Ты самое главное скажи. У Вани точно нет ухудшений? У него нет ухудшений. И вообще нужно думать только о хорошем. Мысли, они ведь материальные. Поняла? И выше нос. Матвей, спасибо тебе. За все, за все. Я правда не знаю, что бы я без тебя делала. Спасибо тебе, спасибо. Я не помешала? Юля, я тут Кате рассказывал, как у Вани дела. Я видела, как ты рассказывал. Ну, я пойду. Угу. Пока. Юль, ты… Это не то, что ты подумала. А тебя все-таки волнует то, что я подумала. Ты меня здесь публично унижаешь еще. Смеешь мне что-то говорить! Слушай, ты не права, Юль! Андрюш, да мне плевать, что сегодня суббота, и ты дома, и жена в соседней комнате. У меня к тебе деловое предложение. Да, что слышал? Деловое. Нам надо встретиться. Хорошо, жду звонка. Привет. Катюша, ты наконец-то. Ты такая красивая сегодня. Ой. Так, рассказывай, что с Максом. Помирились? Я же не звонила, боялась, мало ли помешаю. Нормально. Помирились. Угу. Свет, я тебя никогда не спрашивала, как ты развод пережила? Ну как? Пережила. Родители уже уехали тогда за границу. Ты в Москву. Тяжело пережила. Как дура. Бегала, искала его по его любовницам, ловила где-то. Хорошо хватило ума развестись и закончить этот семейный трехлетний ад. Вот, ну и теперь мы здесь. Ты молодец. Ты очень сильная. Я так не смогу. Да все ты сможешь. Подожди. А что это ты про развод заговорила? Это что за направление мысли? С Максом что-то случилось? Макс, он не может больше прикасаться ко мне. Я теперь ему противна, наверное. Да что за бред? Он что, не смог? Ой, Кать, слушай, ну с кем не бывает? Да что тут такого? Сразу противно.
Ну, вы пытались как-то это обсудить? Пытались, но он не хочет об этом. Нет, ты просто пойми, вы с Максом — это не то, что мы с Игорьком. У вас с Максом настоящая любовь, понимаешь? У вас та самая любовь, такая, которая бывает раз в жизни, понимаешь? Ты только не вздумай, понятно? Все будет хорошо. Да я, глядя на вас, вообще поверила, что любовь возможна в этой жизни. Ты верить должна, ты слышишь? Ты верить должна! Ну, ты слышишь? Так, что у нас по Толоконникову? Пока ничего. Значит, надо в соцсетях поискать. Давай еще поищем информацию про него. Ты думаешь? Я не думаю, я знаю. Так. Толоконников. Ну, вот видишь, ничего. Не все так просто. Слушай, а если брат его найти попробовать? Помнишь, у него брат был? Толоконников Владимир. Текущее место работы. Салон связи. Это в центре. Я знаю, я поеду. Ой, давай. А я тоже пойду. У меня в 3 часа фотосессия у суперхудожника Антона Макарова. Что? Ты нашла оператора со свадьбы? Чего только не сделаешь ради любимой подруги. Даже устроишь себе внеплановую фотосессию. Светка, спасибо тебе. Ты даже не представляешь, какая ты замечательная. Ты не представляешь. А море, ты видишь, какого она потрясающего цвета? И теплое. Лизка, какая ты счастливая. Я сама себе завидую. Жалко вот только, что отпуск так быстро закончился. Я тоже так хочу на море, а Сева все никак. Деньги то в одно вложил, то в другое. И зачем нужны эти деньги, если их нельзя потратить на отдых? Ну да. Слушай, а давай ты как-нибудь приедешь к родителям. Ну, Сева посмотрит, какая ты загорелая, красивая, и, может быть, я его уговорю. Ну ладно, как-нибудь заеду. Ты лучше расскажи, что у нас тут нового в нашем болоте. А то, знаешь, когда из-за границы сюда приезжаешь, наш городок кажется каким-то... Ой, мертвым, скучным. Ничего тут не происходит, ничего не меняется. Ну, тут ты не права. У нас такое творится. Макс с Катей поссорились. Сильно поссорились? Похоже, что да. Даже не живут вместе. А где Макс? Где они живут? Макс скитается по друзьям. Ушел, как настоящий мужчина, оставил квартиру Катьке. Я думаю, дело к разводу. Да, но дела. А знаешь, у меня есть тост. Давай мы с тобой выпьем за то, чтобы все наши мечты сбылись. Отличный тост. Максим Петрович, когда уже Гудков придет? Что? Я стою полчаса тут жду, а тренировка идет. Давай пока работай один погружи, давай. Ребята, кто-нибудь сегодня Гудкова видел? Нет. Продолжайте. Добрый день, я могу вам чем-то помочь? Здравствуйте. Мне нужен Владимир Толоконников, он тут менеджером работает. Да, сейчас позову. Здравствуйте. Это вы хотели меня видеть? Да. Я по поводу вашего брата Александра Толоконникова. Миша, я отойду на минутку. Хорошо. Выйдем. Что еще натворил этот урод? Опять денег назанимал? Сколько? Нет, я... просто хотела узнать, где сейчас Александр. Понимаете, он мне очень нужен, а я не могу его найти. Вы простите, что я так резко. Просто от Сашки одни проблемы были. Он ведь как попал служить в горячую точку?
Хотя, знаете, он уже когда в армию уходил, был какой-то бешеный. В горячую точку сам попросился. А после возвращения совсем съехал. Пить стал, депрессии начались. Дрался со всеми подряд, как чокнутый. Говорил, что совершил что-то такое ужасное, что остается только сдохнуть. Я тогда продал дом, который от бабушки остался. Отдал Сашке деньги, чтоб с ним больше не видеться. И он уехал. Куда? Я не знаю. Где-то под Речноводском квартиру купил, кажется. С тех пор мы больше не виделись. Ну неужели никаких зацепок? Неужели он уехал и никому ни адреса, ни телефона своего не оставил, а? А он вам очень нужен? Очень. Подождите. У меня есть его домашний номер. Но он как-то позвонил, хотел опять денег занять, я не дал. А номер записал. Так, на всякий случай. Вот. Спасибо вам большое. Слушай, Катюш, тут такое. Ты его нашла? Да нет, только его домашний телефон. А ты где? А я вот жду фотосессию. Ты знаешь, я уверена, что этот Макаров то, что нужно. Почему ты так решила? Я тебе потом объясню. Но я уверена, что у этого кренделя точно надо брать биоматериал. И я все сделаю, чего бы мне это ни стоило. Спасибо, Свет. Да пока не за что. Все, я пошла делом заниматься. День добрый. Вы записаны? Да. Светлана? Выбирайте. Скажите, а могу я сначала поговорить с Антоном? Ну, может быть, он мне подскажет, какой образ мне больше подойдет. Антон не дает бесплатных консультаций. Если вы настроены на съемку, пожалуйста, выбирайте, а он скорректирует. А если не хотите, у нас клиентов полно. Нет, я хочу. Я просто подумала, а не могу ли я остаться в своем? Ну, знаете ли, как-то хочется больше естественности. Ну, типа, а-ля натурель. Поймите меня правильно. Я не думаю, что естественность Антону интересна. По-моему, вот это вот просто замечательно. Ой, нет, я, знаете, вот лучше вот это. Ну, хорошо, да, мне нравится. Работаем. Поясницы прогнитесь. Ага, вот так, сильнее, сильнее. Ляля, поставь стул. Сейчас. А теперь... Да, вот. Вы похожи на невесту, которую насилуют. Да, такое изгаженное целомудрие. Да. Кстати, платье невесты тоже будет в кассу. Платье невесты? Белое платье с красными цветами, как будто капли крови падают. Вы невеста, которая съела сердце избранника. Точно, вот смесь целомудрия и распущенности. Да, это очень возбуждает. Да, вот так я вас вижу в белом платье. Все правильно. Вы снимали мою свадьбу 10 лет назад. Ляля, принеси, пожалуйста, минералки. Да, очень жарко. Мне очень нужны были деньги, поэтому я согласился работать на простой свадьбе простым оператором. Поймите, что для любого художника это черная страница в его биографии. Конечно, я понимаю. Непоправимый урон для вашей репутации. И это тоже. Я вас очень прошу, чтобы вот избежать мне позора, я даже готов предложить вам сделку. Бесплатный фотосет в обмен на молчание. Нет, это я вам предлагаю сделку. Я вам буду задавать вопросы, а вы будете на них отвечать. И тогда я буду молчать. А, ну спрашивайте. Вы почему-то большую часть времени снимали свидетельницу, вместо того, чтобы снимать жениха и невесту. То есть 3/4 всего свадебного времени вы просто ходите за ней по пятам.
Почему? Это был заказ. Я не, вообще не по женской теме, но вот как-то вот... Я другой человек. А чей заказ? Вашего мужа. Пятый раз звонишь. Сядь, лучше поешь. Я беспокоюсь. Светка должна была к свадебному оператору идти на фотосессию. А вдруг это он? Вдруг он и есть маньяк, а? А я тебе про что говорю? Что поисками донора должен заниматься мужчина. Неужели ты этого не понимаешь? Да я понимаю. Просто я боюсь за тебя. Ты готова подвергать опасности себя, Свету, потому что ты боишься за меня. А тебе в голову не приходит, что я тоже боюсь? За тебя, за вас. Что вам гораздо опаснее этим заниматься, чем мне. Макс, прости. Ты прав. Давно бы так. Смотри, кроме оператора, мы определили еще одного кандидата. Это Александр Толоконников. И я не понимаю, как по номеру телефона можно вычислить его адрес. Ну, не понимаю. Алло, Лех, привет, это Макс. Слушай, скажи, как можно по телефонному номеру вычислить адрес? Светуля, привет. Ага, как ты, моя родная? Спишь уже? Нет еще. А что случилось? Ты же меня хотел видеть. Да, я хотела поговорить. О чем ты хочешь со мной поговорить? Не знаю, слушай, все так навалилось, и просто надо поделиться с кем-то, так да? Тяжело. Я даже не знаю, что мне делать. А Катя, подруга твоя, что говорит? Катя, ну вот Катя как раз все это тоже касается. Мне просто, я вообще запуталась. Я правда не знаю, что мне делать. Светуля, надо расслабиться. Есть один действенный способ. Ну иди ко мне. Да подожди ты, ну я серьезно говорю. Ну что? Есть один вопрос, который чисто теоретически ты можешь решить. Я была у врача. Чу, подожди. Да, зайка? Ой, я еще на работе. Слушай, у нас тут неожиданно образовался ужин с перспективными деловыми партнерами. Да, конечно. Ну, скоро буду, да. Мила, подожди. Ну, послушай, нет, ну... Как же она достала меня со своей ревностью. Ну, просто сил уже нет никаких. Ну, вечно чем-то недовольна. Все проверяй. Почему не позвонил? Почему не пришел? Почему не вовремя? То, сё, по карманам шарит. СМС-ки читает. Mm-hmm. Ты, кстати, это, поаккуратнее, когда пишешь. А как же ваши партнерские отношения, про которые ты говорил? Ой, да ладно. Партнерские отношения. Сил уже нет никаких. Зациклены только на себе. Все и не так. Никто ее не любит, одиноко. Я не понимаю, что еще нужно. Я работу, деньги в дом приношу. Ну, хоть бы раз поинтересовалась, как у меня дела. Может, у меня комп завис с квартальным отчетом. Или партнер все мозги вынес, и мне вообще ни до чего. Вот с тобой мне, Светка, повезло. А ты прям вот молодец. Вот без этих соплей бабских, каких-то претензий. Мог бы, точно женился. Ой, ладно, домой надо. А то опять эти скандалы, не могу уже. Черт. А ты что, новую не купила? Нет. Понятно. Ну ладно, Светуль, давай. Слушай, а ты что, о чем поговорить-то хотела?
Уже ничего, забыли. А, ладно, вспомнишь, звони. Угу. Пока. Макс, я до Светки так и не дозвонилась. Телефон отключен. И что? Ну, может быть, съездить к ней? Я за нее волнуюсь. Кать, ты Светку не знаешь? Наверняка с мужиком каким-нибудь. Давай спать. Давай спать. Греции вернулась. Угу. Говорит, там здорово. Хорошо там, где нас нет. Я подумала, хорошо было бы куда-нибудь съездить. М? Представляешь, только ты, я и море. Угу. Устроим себе новый медовый месяц. Конечно. Когда-нибудь куда-нибудь съездим. Мы недавно с девчонками Светкину свадьбу вспоминали. Я прямо как заново все пережила. Помнишь, как мы с тобой познакомились? А как первый раз поцеловались? Ну, а конкретно-то что вспоминали? Ну, все. Фейерверк. Как ночью ходили купаться. Я, кстати, вспомнила, что ты с речки куда-то пропал. Я залезла в воду, а ты нет. Потом искала, искала, тебя не нашла. Пошла фейерверк смотреть. Так вы об этом вспоминали, да? Я вспомнила, но девчонкам не сказала. Но не могла же я признаться, что ты смылся куда-то вместо того, чтобы со мной ночью купаться. Признавайся, ты сбежать хотел? Не кусь. Да я и не помню уже, столько лет прошло. Ну, может, в туалет пошел. Знаешь, эти праздничные салаты... Удар по желудку еще тот. Ты знаешь что? Ты только никому об этом не свисти, ладно? А то подумает еще бог знает что. Ладно. А куда бы ты хотел поехать? Малыш, я бы фильм хотел досмотреть бы. Алло. Да, добрый день. Да. В 5 часов? Да, смогу. Хорошо, я подъеду, да, договорились. Все, до встречи, до свидания. У тебя какая-то встреча? Да, встреча с покупателем. С покупателем? Да, машиной кто-то заинтересовался. Так что скоро будут деньги на лекарства. Да и родителям надо долг отдать. Ну что, пошли? Не волнуйся. Я спокоен. А вот это, по-моему. Здравствуйте. Здравствуйте. А вам кого? А Александр Толоконников здесь живет? Жил. А теперь здесь мы живем. А Толоконников где?
Ну, откуда же я знаю, где? Он нам квартиру продал и уехал куда-то. А куда, не сказал? Нет. Извините, пожалуйста, за вторжение. Просто мы Сашины родственники и очень за него волнуемся. Саша куда-то пропал, а мы его ищем. Он вам номер телефона, например, не оставлял? Да ничего он нам не оставлял. Если вы его родственники, что же он вам сам-то не позвонил? Мы дальние родственники. Понимаете, у Саши очень сложный характер. Можно мы вам оставим свой номер телефона, а если он объявится, вы нам позвоните. Ну, пожалуйста. Ну, заходите, запишу. Спасибо. Хотел тому подонку в глаза посмотреть. Господи, ну где же его теперь искать-то, а? У Лёхи полно связи в полиции осталось, так что найдем. Правда? Ты думаешь, они помогут? Извини, я нервничаю. Я понимаю. Куда тебя везти? У Вани диализ. Матвей к нему в палату сейчас не пустит. Отвези меня к Светке. Я за нее очень переживаю. А хочешь вместе поедем? Нет, я к покупателю. Андрей, нужен адрес этого человека. Прямо сейчас пробьешь? А как? Хорошо, подожду. Ну, как жена? Помирились? Ну, вот и славно. Ага, записываю. Угу, угу. Спасибо. Спасибо. Ну, слава богу, с тобой все в порядке. А в чем дело? Ну, я волновалась. Ты не брала трубку, я думала, что-то случилось. Как оператор? Нормально. Ну, в смысле, это не он. Он вообще не по девочкам. Зато я теперь знаю, с кем мой бывший муж крутил на нашей свадьбе. Ну и с кем? Кать, думаешь, я ничего не понимаю? Да ты о чем, Свет? А я о том. А я о том, что ты с моим мужем на моей же свадьбе. А теперь ты говоришь, что тебя изнасиловали. Да ты что? Что? Меня правда изнасиловали. Правда? Да ты уж сама в это веришь. Нет, я, конечно, понимаю, что на игры все бабы вешались, но так, чтобы на свадьбе лучшей подруги… Да остановись! Ты же знаешь, что я люблю Макса, хватит! Что мне никто не нужен, кроме него, Света! Люблю, не люблю. Ой, слушай, это ты сейчас так говоришь. А вот тогда два глоточка вина, и все, память ошибла, ничего не помню. Что со мной было? Да ты что? Ты хочешь сказать, что я его сама спровоцировала, а теперь вру тебе, Катя, Свет? Уйди. Я не… Уходи. Привет, Катюш. А я как раз собирался тебе звонить. Я наконец сумел договориться о встрече. И сегодня поеду в Москву на консультацию к самому высококлассному специалисту-нефрологу, моему учителю. Но поиски донора надо продолжать. И чем раньше ты найдешь его, тем лучше. Я понимаю. И вообще, скажи мне честно, а что за ерунда с поиском отца? Почему столько кандидатов? Ладно, прости, я не хотел тебя обидеть. Помнишь, на свадьбе у Светы ты нашел меня в коридоре без сознания? Конечно, помню. Я подумал, что ты поскользнулась и ударилась головой. Я решил, что у тебя травма, начал тебя осматривать. Ты почему-то стала отбиваться. Я боялась, что ты поймешь, что меня изнасиловали. Он напал сзади. И кто это был, я не видела. А теперь я не знаю, кто отец Вани. Понимаешь? Вот оно что. Ну и что ты сразу не сказала? Я не могла. Мне было стыдно.
Теперь понятно, почему такие трудности. Да, я тоже в нее играл. Крутая, да. Второй час смотрите. Вы берете или нет? Надо думать. Завтра позвоню. Хорошо, я жду звонка. Денис, здорово. Здорово. Ты согласен? Ну, если Серега с вами, то я тоже. Тебе условия понятны? Да. Завтра жду. Я приду. Да. Денис, что они хотели от тебя? Ну, они про Серегу спрашивали. Они не знают, где он? Нет. Если Серега не вернется на тренировку, наша команда проиграет соревнования. Без лидера команды нет. Здравствуйте. Здорово, пацаны. Здравствуйте, Максим Петрович. Мы вчера Гудкова на Нижней улице видели. Возле ночного клуба. Хотели ему про тренировки сказать, а он смылся. Точно. Шифруется конкретно. Ой, здрасте, Максим Петрович. Привет. А Сергей дома? Нет, он скоро придет. Можно я его подожду? Да, проходите. А из родителей нет никого? Мамка, но она болеет. Спит сейчас. Вы чаю хотите? Нет, спасибо. А ты с малышней один, что ли? А чего? Машка с Мишкой уже большие. По 5 лет. Карандаши дал, вот они и сидят, рисуют. Отец где? Как запил, так и все из дома снес. Даже телек пропил. А потом пропал неизвестно куда. А мамка совсем заболела. Хорошо, что вы за соревнования теперь платите. Серега на эти деньги столько лекарств я накупил. Доктор сказал, должна скоро поправиться. Подожди, мы платим за соревнования? Привет, Сергей. Вот решил тебя навестить. Здрасте. На, мелким отдай и один себе возьми. Я не маленький. Ничего не хочешь мне сказать? Почему, например, ты не приходишь на тренировки? Времени не было. Откуда деньги? Неужели тебе, Сан Саныч, лично тебе выписал огромную премию? Или ты банк грабанул? И что у тебя с лицом? Чего ты молчишь? Я вам попытался сказать, когда отец свалил. Вам не до меня было. Потом хотел сказать, когда мама заболела. Когда Машку с Мишкой хотели в детдом забрать. А потом понял, что всем наплевать, как мы тут живем. Я нашел, где заработать. Поэтому нам больше не нужна ваша помощь. Сергей, послушай меня, так нельзя. Ты погубишь и себя, и свое будущее. Я прошу тебя, вернись на тренировки. А мы с Сан Санычем что-нибудь придумаем, как тебе помочь. Да не до будущего мне сейчас. У меня на руках 3 малолеток и мать больная. Пока вы с Сан Санычем будете думать, она помрет. Так что спасибо, сам разберусь. Сергей. Да пошли вы, своих детей воспитывайте, а меня уже поздно. Зря ты так. У меня у самого сын тяжело заболел. Поэтому мне и было не до чего. А мне сейчас не до чего. Тема закрыта. Ясно? Мне пора малышню кормить. Ясно. А потом, когда ты поправишься, мы поедем куда-нибудь на море. Честно? Конечно, Ванечка. Слушаю вас. Это которая у Толоконникова родственника вашего квартиру купили. Семенова. Да, вы нашли его номер? Да нет, я нашла коробку с его вещами. Вы забирать будете? Обязательно. Я сейчас же приеду. Нет, я сейчас в совет ухожу, а вечером приезжайте. Спасибо. Кто это? Да так, одна знакомая. Ты спи, Ванечка, ну, спи. А ты пока тут посидишь? Конечно, посижу, хороший мой. Посижу. Никакой динамики. Ни положительной, ни отрицательной. Я совершенно не понимаю, в чем дело. Да, случай неординарный. Надо искать инфекцию. Ищем. Безрезультатно. Мне это очень странно.
А поражение тяжелыми токсинами точно исключается? Нет, я уже все проверил. Ничего нет. Антибактериальную терапию не проводили. Ты уверен? Никаких антибиотиков. Никаких. Странно. При его непереносимости, если ему все-таки ввели какой-нибудь антибиотик, почки могли от этого отказать. Исключено. Я лично контролирую все вводимые препараты. Ваня антибиотиков не получает. Внешней причины поражения нет. Значит, она внутренняя. Но определить ее не удается. Значит, парню, скорее всего, грозит трансплантация. Я так хотел этого избежать. Ну, мой друг, если бы все было, как мы хотим, мир стал бы другим. А, явился. А есть нечего. Твоя Катя ведь тебя накормила. Опять пила. Ну что ж, ну надо же мне как-то расслабляться после напряженной работы. Тем более я все время одна, потому что муж-то мой бегает по любовницам. Все, надоело. А ну, не трогай, не смей! Отойди! Отдай! Ты бесишься, потому что твой любимый Ванечка при смерти, да? Но зато ты теперь понимаешь меня, каково мне было, когда умирал наш Антоша! Но при чем тут наш ты ребенок? Он уже родился! Не жизнеспособны, потому что были преждевременные роды. А Ванечка до 10 лет был здоровым мальчиком. А сейчас он умирает, и я ничем не смогу ему помочь. Ты мне ничем не мог помочь. Потому что если бы ты был дома, я бы не упала. И роды не начались бы раньше. Он был такой... крошечный, такой беспомощный мой сыночек. И он лежал в этой барокамере, и я смотрела на него, смотрела, 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 и ничего не могла сделать. Юля. А ты вообще к нему не заходил. Зато теперь не вылезаешь из палаты своего Ванечки. Чего хватит? Надо лечиться. Все. Мы сейчас с тобой поедем в клинику. Разбился! Ой! Юля, успокойся! Ну успокойся! Я прошу тебя, успокойся! Успокойся! Прости меня! Прости меня. Я больше так не буду. Я люблю тебя. Прости. Юленька, слышь меня, милая. Надо лечиться, слышь меня? Да, я очень устала. Все хорошо. Я очень устала. Мне просто нужно немножко отдохнуть. И тогда... Угу. Потом, ладно. Да. Тогда она поймет, как мне было плохо. И ты тогда поймешь, как мне было плохо. И все тогда поймут. Юля, тихо, тихо. Юля, тихо. Юленька, все хорошо. Слышь меня? Все хорошо. Я не могу больше спать, потому что ее глаза снятся мне каждую ночь. Она была совершенно беззащитна, она меня умоляла, а я... А теперь я измучен. Этот грех можно искупить только одним способом. Я ухожу в монастырь. Александр Толоконников.
третий час еще, и все без толку. Я бы его… Грохнул бы, не задумываясь. Не пришлось бы уговаривать почку отдать, да? Слышь, Леш, хороший извить, а? Ты даже себе представить не можешь, что я сейчас чувствую. Я домой боюсь идти, потому что, как Катю увижу, у меня перед глазами… Да перестань ты ныть, а! Ты представляешь ей, каково сейчас? Девушка, извините, а у вас Фрейзи есть? Ну, здравствуй. Карен. Прекрасная беглянка. Так все и получилось. Ну а сейчас я безуспешно разыскиваю Сашу Толоконникова. Ты прекрасная женщина. Ты достойна лучшего. И я хочу… Здравствуйте.